Единственное то, что еще просим, может хоть какой-то комплекс, чтобы под дождем дети не стояли. Сейчас жители Орлиного просят, чтобы им сделали остановочный павильон. А вот автобусную остановку у сквера Воинской Славы, о которой они много лет просили, уже оборудовали. Как говорят селяне, она была просто необходима. Ближайшая остановка, это с километр туда вниз, и там очистные, такой запах, знаете, или... Вторая остановка тоже километр, в другую сторону только. Ну, ладно, я одна, и я спокойно могу добежать и туда, и туда. Но когда мамы бегут с детского садика, они в основном, вот там даже нету на самом деле тротуара, они бегут по проезжей части. В этом районе села работает много людей из других муниципалитетов. К тому же здесь находится детский сад. Поэтому в конце прошлого года жители Орлиного обратились к председателю законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву с просьбой помочь решить эту проблему. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уже разработали проект павильона. По финансам это будет до 1 000 000 рублей. И по сроку выполнения работ при наличии погодных условий, в течение месяца выполним. А это уже широкое. Местные жители жалуются на состояние улицы Клюшкина, которая проходит почти через все село. На машине мало того, что ты просто не проедешь, а пройти нереально было вообще. А у нас в каждом доме по 2-3 ребенка, которые ходят и в детский сад, и в школу. То есть нам, хочешь не хочешь, нам нужно двигаться в любом случае. А это было в принципе нереально. Асфальта здесь не было никогда, говорят люди, да и дорогой это можно назвать лишь формально. Сложнее всего после дождя. Были случаи, когда застревали и скорые, и пожарные. В этом году запланированы работы по подсыпке этой дороги, то есть по изготовлению дорожного полотна из ФХАПа, то есть фрезерованного асфальтобетона. А в дальнейшем, конечно, будем планировать, закладывать финансирование, заложим в программу, чтобы здесь было полноценное асфальтовое покрытие. Алексей Дмитриев, Андрей Вовк, новости Севастополя.